В общем, я подождала, пока прошло 15 минут, и закончилась реакция. Сейчас я открою бутылочку, где была у меня Куэлла, и попробую узнать, сколько ppm водорода в моей воде. Водичку надо долить до рисочки, и затем накапать капельки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Я, наверное, так буду долго капать. Потому что обещались 7 ppm, это 70 капель. Ой! Да, слушайте, здесь какая-то конская доза водорода. Мне вот дальше моих капли жалко, например.